парламент Молдовы поступила инициатива об отставке министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелия Учокоя. Его требуют снять за то, что он позволил себе рядом со словом «Россия» не сказать «все плохо». Критику и возмущение молдавских депутатов вызвало заявление Чокоя о миротворческой миссии на Днестре. В частности, политик заявил: «Фактически армия Российской Федерации, развернутая в то время на востоке Республики Молдова, отреагировала всеми силами, чтобы остановить кровопролитие». Теперь глава МИДа Молдовы рискует остаться без работы. Чокой, конечно, и близко не является пророссийским политиком, но в Кишиневе даже за такие слова можно лишиться должности. Окончательное решение парламент Молдовы примет в течение 2 недель.